следующий день мы поехали в независимый пульмонологический институт медицинской, металлургической медицины, там Лена мне подсобила. Вот, и у нас все-таки все хорошо с ребенком, все, и кардиограмму сделали, и все. И вроде бы как она должна ехать. Но за каких-то 2 часа Даша меня услышала, Даша захотела меня слышать, Даша послушалась. И мы остаемся, мы поступаем в Краус, потому что оно тоже с одним условием, что через 2 года на 3-м курсе будет эта военная кафедра. В общем, я ребенка убедила. Сейчас мы с ней вообще были на Ивана Купала, ездили. Ну, слава богу, что вот эта проблема, за которую мы столько выплакали, столько людей подняли. Интересно. Прошли сутки и разрешилась проблема, да? То есть как бы это очень быстро. На следующий день появились знакомые, которые могут помочь с поступлением, которые людей столько оказалось рядышком. Мы вот ездили с ней буквально 2 дня назад, документы отдавали. Ну, я за тебя рада, честно, ты искренне. Расстановки все тяжеленькие. Ну, я думаю, что в дальнейшем мы все-таки уже с дочерью, со своей уже, ну, наладим отношения до конца.